Всем привет! И вы на канале Мария Кэт, и с вами я, Меган. Сегодня я впервые веду упаковку сюрпризов. И это из-за вашей активности уже пятая часть, если я не ошибаюсь. Сегодня мы будем открывать с вами вот такой вот свитбокс. Но лучше сначала нажми вот сюда, потом поставь огромный пальчик вверх. Он выглядит вот так. И обязательно нажми на колокольчик, чтобы не пропускать наш видео. Ну, думаю, все. Теперь начнем. Будем открывать свитбокс 3 с котиками. Давайте уже рассматривать все. Вот тут, смотрите, с этой стороны у нас свитбокс 3. Тут троечка вроде, не знаю, 4. И тут у нас кошечки. Вся коллекция свитбокс.клюм. В общем, смотрите, у меня была вот такая киса, но я уже не знаю, честно сказать, где она. И тут есть Тася, Гуччи, Марио, что-то Элвин, Гоша, Фаня, Шанель и Долорес. Вот у нас изображена как там Шанель. Тут у нас надпись совершенно секретно, пушистики и коллекция. Да, значит точно. Тут у нас не нужна упаковка, там, не нужна информация. А тут у нас кошечка, тоже честно не помню, как ее зовут, Гуччи. Да, у меня такая была совершенно секретно, третья серия, пушистик. Ничем не отличается, только тут у нас чем. Так, ну и все, давайте открывать. Так, и тут мы открываемся, и забыла вам показать. Тут у нас коллекция игрушек, вкусный мини-мальчик. Тут у нас написано свитбокс и Шанелька. Тут у нас тоже, это вроде как, там, господи, я уже забыла всех. Гуччи, в общем, не важно вообще. Гуччи ее зовут, и не откроешь, не узнаешь. Так, давайте уже открывать. Это мой безумно интересный свитбокс. Давайте все открывать. Ну, наконец-то. Так. Интересно, какой нам котенок попадется, мальчик. У нас там пакетики мармеладика и... Давайте я вам покажу этот сначала мармеладик. Там у нас типа, хотя мы с вами тот свитбокс, если вы не хотели, что видео, то просто посмотри его. Распаковочка, там тоже было. В общем, там было написано все по-русски. Ну тут у нас натуральный мармеладик с соком натуральный. Фруктов. Давайте откроем вообще, посмотрим, как они выглядят тут. Может, они разные вообще разных свитбоксах. Вау, вот такой виноградник, что у меня не было такого. Вот. Потом у нас идет манго, если я не ошибаюсь. И персик. Кстати, очень мимимишный. Я вообще люблю очень стикер. Очень обожаю ВК просто. Стикер персик. Это опять же у нас виноградик. И все. А нет, тут еще одно манго. Так. Вот наш пакетик. Давайте все уже открывать. Мне самому интересно. Я уже там вижу что-то. Будем пытаться так. Или... В общем, я сделала руками. Вау, какая классная кошка. Блин, она мне так нравится. Неужели это сама Шанель? Или кто это? Посмотрите, какая красивая. Вот эта мне кошка реально нравится. У нее даже тут телефончик. Можно как-нибудь оделать ей для пэтов, почему бы нет. Сумочка, тут даже ее можно взять. Ну, честно сказать, как она ее так прикрепляла. В общем, это все нельзя, к сожалению, взять. Но пусть будет у нас хотя бы кошечка модная. Вот такая классная, реально киска. Мне очень, честно, нравится.
Она беленькая, пушистая, у нее розовая корона, у нее розовый телефончик и оранжевая сумочка в виде сердечка. Такая у нас вышла распаковочка. Как я вам уже показывала, нам попалась вот такая киса. Кстати, я забыла, надо посмотреть, как ее зовут. Такой вот там листик, и ее зовут Долорис. Вот, в общем, вы можете читать, потому что я лучше не буду читать. Сзади у нас все котики, и знаете, какого бы я еще хотела? Ну вот, очень мне как-то... Ой, точнее, Шанель. Не очень хочется, но, наверное, я бы хотела Гошу. И все, всем пока, желаю вам побольше конфет и добра.